Всем привет, с вами снова Тарина Дизи, и мы продолжаем. Лиственные панды. Тактика скамейка. Эта серия будет подлиннее. Сколько порезов я сбился со счету. Мои тренировки сделали из без лапа зверя. Оглушен, какой подлый статус. Панда пойман. А мне вот что стало интересно. Предметы. Нет. Еда. Ага, сики. Кошачий король убивает, кошачий король поглощает душу, кошачий король собрал много душ за год. Кошачий король един во многом, сильная армия. Мы поклоняемся, мы носим его маски. Ваш король делает для вас маски? Офигеть, а мне сделает? А. Не думайте, что у меня просто готская фраза, у меня действительно нет души. Мои родители отказались удовлетворять мои злые потребности, поэтому я сбежал. Правда, я проголодался и поранился, поэтому мне нужно кое-что переключить или привязаться. Шоколадка. Понял. Да. Yeah.
скорее на бис. Ага, все. Шики святые. Послушай, Натали, мне жаль, что я тебе наговорила всякого. Вот как? На самом деле я не считаю тебя толстой. И коровы не считаю. Ты просто домашний ребенок, вот что я хотела сказать. Ты не совсем это говорила, ну ладно, я тебя прощаю. Хочешь, как-нибудь вместе пойдем в поход, и я научу тебя выживать в дикой природе? Походимся и зажарим медведя или еще что-нибудь. А, ладно, будет здорово. Это будет по водопровод и Wi-Fi. Она безнадежна. Согласен. Полностью безнадежно. Земли. Если
Ясно. Так будет с каждым медведем, который захочет атаковать меня. Ага. Мы почти снаружи. Тут узкое место, как подобаю. Проползем его, будет легче. Я начинаю думать, что благородная смерть предпочтительнее этого унижения. Это можно устроить. Нам тут нытики не нужны. Ня-ня-ня-ня-ня. А что ты сказал? Я не смотрел, честно, без лап. Что? Так, теперь провалы нам не страшны. Да. Сейвен. Сточной грязи слаймик.
вообще забыл. Ёжик святый. Сделали это.
за хрень без лап? Где ты нашел такое стрёмное снаряжение? Что же тут у безлапика есть? Рад снова вас видеть, путники. Мы хотели разбить здесь лагерь и протестовать против уничтожения природы, глобального потепления, катаклизма и прочей движухи. Но черт побери, эти леса злые. Нафиг их, срубить все деревья. Наш человек. Мы даже
спать не можем, потому что постоянно раздаются стрёмные звуки. Мы просыпаемся, вокруг вся эта заколдованная хрень лежит. Это просто неправильно. Звучит плохо, по крайней мере, их вещи им будут больше не нужны, если они умрут. И не собираюсь возвращаться вниз. Но и здесь мы тоже не в безопасности. Понятно. Мяу. Мой кот простил тебя. Наверное, ты не такая уж плохая.
ботинки, которые позволяют нам пройти к боссу, должны быть здесь. Эти ботинки все время были у тебя дома, маленькая дрянь. Это из-за тебя нам пришлось пройти через лес полной опасностей. Отстынь, бро. Мы не можем упрекать Яну за то, что уровень спроектирован как лабиринт. Что значит уровень спроектирован? Я просто не люблю, когда со мной общаются так небрежно. Что такое? Испугался прогулки по лесу? Хе-хей. Знаешь ли, я этот лес изжечь могу. Как тебе такое понравится, зеленовласая тварь? Следи за словами, Ланс. Еще одна такая угроза, и нам придется тебя усмирить. Короче, нам надо к западному краю леса. Думаю, настало время сразиться с боссом. Да. Обидно. Обидно. Вот это освежающая атака. Thank you.
отражает только столько света, сколько хочет, и я этого не боюсь, Загара. Такс. Главное, не и ультовается. Хочу сказать, у нас салон. Эй, а мы становимся весьма сбалансированной командой, Натали. Ты отлично взрываешь группы врагов, а я отлично расправляюсь с теми, кто побольше. Ага. Лёд, тьма, взрывы. Как говорится, как всегда вовремя. Как всегда вовремя.
Мина. Держи. Твои домогательства подошли к концу, голубый кальмар. Я думал, было съесть много морепродуктов на ужин, но эти глаза лишают меня аппетита. Земля так и манит.
чуть отдохнуть. Та громадина, это босс. Что это вообще значит такое? Выглядит как очень неподвижно. Давайте осторожно подойдем и осмотрим. Если коты боятся огня. Снаряжение, мэт, клинок, огня. Блин, Натали. Темный зуб. Почему этот посох должен быть сделан из такой мерзости? Отвратительно.
это гигантское дерево есть кошачий король? Может, мы просто обойдем его стороной и не будем сражаться? Ну, вылезайте и сражайтесь честно. Мяу. Удобные кошачьи звуки доносятся изнутри огромного скрюченного дерева. Хватит позорить мой вид. Вы ведете себя как какие-то ролевики. Вообще работает баф, я думал, они складываются, но судя по всему, это не так. Заметно усилилась магия с тех пор, как мы стали путешествовать вместе. Героические кошачьи речи, необходимость объединения стрельцев кошачьих. Thank you.
что только что семенило дерево, оно убегло кусение от меня. Достаточно латы некоторые руки. Я решил, что раз с нами должны будут отступить. Но остальных это может стать использовать их ненаправленные атаки. Thank you.
ягодка. Получайте, грязное зверье. Да. Фух. Да, мы сделали это. Коты отступают. Грязные твари совершили большую ошибку, встав у нас на пути. Они ничто. Перед нашей объединенной мощью. Все-таки что это было? Оно действительно было причиной, по которой в лесу появлялись нежить. Думаю, это далеко не все. Может быть. Ой, извини, я не хотела. Мы действительно хорошо постарались. Вы прекрасно показали себя в битве. Возможно, скоро я буду готов называть вас товарищами. Я уже готов называть тебя бро. Полагаю, Ланс начал вставать на путь искупления. Просит много работы, но, возможно, когда-нибудь он исправится. Но он же даже не извинился за все, что натворил. Я не стану извиняться, я поступил максимально правильно, исходя из той ограниченной информации, которую обладал на тот момент. Да, перевоспитание предстоит долгое. Всем спасибо, всем пока. Мы на этом закончим.